Здравствуйте, Елена. Привет. Как вы сегодня ощущаете себя после победы в Кубке России? Ой, ну, я, если честно, думала, что я выиграю. Мне ночью там сон приснился один. Серьезно, да? Да, что я бегу первый, на финиш выхожу и, ну, побеждаю. Может быть, сон – это реальность. И получилось, да? И получилось, да. Но мы готовимся. 1500 в том году у меня получилось, и мы решили готовиться на эту дистанцию. Это у вас первый старт был на 1500? Нет, я бежала на командном, 4:19 я бежала. И сейчас 10 секунд, по-моему, да практически? Да. То есть довольно результатом сегодняшним, ну, такую да, погоду. Довольно. Погода была сегодня не очень такая, она котировая. Ну, нет, нормальная, но душновато, а так нормально бежала. Девочки, как вам, помогли сегодня вот выступать? Да. Спасибо девчонкам. Они большое. Сказали, такой темп неплохой все-таки был. Да, а мне казалось, что мы наоборот медленно бежим. У меня до такой степени были ноги тяжелые, ужасно. Угу. Я думала, что у меня даже не побежится нисколько. То есть довольно остались. Теперь планы какие-то чемпионат России? 1500. Да, конечно, чемпионат России, завтра еще 800 бегу. А ну там будет борьбу, как вы думаете, девочкам, Сашу Гуляевой там и другим девчонкам сможете борьбу? Ну, мы тренируемся, я... Завяжете борьбу им? Да, буду стараться. Результат неплохой у вас. Ну тогда удачи вам. Хорошо, так держать. Спасибо вам большое. Ага, до свидания.